всех нас, присутствующих здесь, и сказать нашему Богу, что не надо сожалеть. Мы уже давно в связи с COVID-ом привыкли жить в онлайн-режиме. Поэтому я думаю, это совершенно нормально, то, что вы сегодня отсутствуете в этом зале. Vorrei salutare tutti voi e vorrei dire all'onorevole Maggi che noi durante il Covid ormai ci siamo abituati ad essere presenti in online e non in presenza, quindi è ormai una cosa normale. E, конечно, я могу заверить наших братьев из Украины, украинцев, если радикальные партии взялись за дело украинцев, то они обязательно это доведут до конца. Мы на нашем опыте в этом убедились. E vorrei assicurare i nostri amici ucraini, se radicali italiani si sono impegnati a sostenervi, sicuramente arriveranno, faranno la cosa fatta. E noi come ceceni abbiamo ottima esperienza. Чеченский народ в 1944 году, чеченцы и ингуши были депортированы в Среднюю Азию, где мы потеряли более половины своего населения. Il popolo ceceno insieme con popolo dell'Ingushia nel 1944 è stato deportato in Asia Centrale, dove noi abbiamo perso la metà della nostra popolazione. Нас оклеветали, что мы сотрудничали, чеченцев оклеветали, что они сотрудничали с нацистами в период Второй мировой войны. Ci hanno accusato falsamente che i ceceni collaboravano con i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Хотя немцев в тот период, во время Второй мировой войны, практически на территории Чечни их не было, чечени их не было. Но однако нас обвинили в этом. Nonostante il fatto che in Cecenia durante la Seconda Guerra Mondiale non c'erano i tedeschi e nonostante questo ci hanno accusato falsamente di una collaborazione con i tedeschi. E noi vediamo преемственность политики, сталинской политики, вообще русистской политики по отношению к другим народам. Преемственность заключается в том, что ничего не стоит оклеветать с тем, чтобы потом уничтожить этот народ. И мы видим это на примере сегодня из Украины, когда их обвинили в нацизме. E noi ora vediamo che si ripete la politica di Stalin quando senza nessun motivo viene accusato falsamente un popolo. E la stessa cosa si ripete ora con il popolo ucraino quando questo popolo viene accusato di essere nazisti. Il чеченский народу пришлось ждать более 60 лет, пока их реабилитируют, которые были заклеймены врагами народа, сотрудниками с нацистами. И только в 2004 году, благодаря радикальной партии, Евросоюз, Европарламент признал эту акцию геноцидом чеченского народа. В 2004 году. Il nostro popolo ha dovuto aspettare per 60 anni la riabilitazione, cioè per essere riabilitati di queste accuse infamanti e false. Insieme con i radicali italiani nel 2004 il Parlamento europeo ha approvato una mozione che riconosce queste azioni come un genocidio del popolo ceceno. И чеченцы очень с благодарностью относятся именно к этой партии и представителям этой партии. Оливье Дюпуа, который в тот период объявил голодовку, он был удостоен награды, и буквально неделю назад нам удалось ему вручить его орден «Рыцарь чести». И чечени sono molto grati ai radicali, italiani, per esempio a Olivier Dupois, che qualche tempo fa, una settimana fa, le abbiamo dato una medaglia cecena. E теперь главное, сегодня все равно весь мир зачем наблюдает это событие и война в Украине. Ora dobbiamo parlare della cosa più importante. Per il momento la cosa più importante che riguarda tutto il mondo è
e la guerra contro l'Ucraina. Народ Италии и люди всего мира должны помнить, вот сейчас, сию минуту, пока мы здесь сидим, разговариваем, в Украине убивают детей, стариков, женщин. Il popolo italiano deve sapere che in questo momento in cui noi siamo qua, in questo momento in Ucraina uccidono le persone civili, uccidono bambini, uccidono anziani. И сегодня для того, чтобы осудить Путина и призвать его к ответу, ни в коем случае нельзя руководствоваться ни политической целесообразностью, ни политкорректностью, ни какой-то стратегическими задачами, которые стоят впереди на какие-то десятки лет вперед. Потому что убийство детей нужно прекращать и останавливать сейчас, сию минуту. E oggi per accusare e condannare Putin non serve nessun motivo politico o qualche azione politica, perché le morti dei bambini bisogna fermarli ora. E то, что сегодня радикальная партия организовала вот эту нашу встречу сегодня в Министерстве иностранных дел Италии, где мы обсуждали вопросы, связанные и с сегодняшней ситуацией в Украине, и с тем, что происходило в Чечне 20 лет назад, что это все началось в Чечне. И сегодня публично, впервые об этом начали говорить западные политики. E oggi i radicali italiani hanno organizzato un incontro del Ministero degli Esteri italiano per parlare di questa situazione in Ucraina e di quello che è successo in Cecenia 20 anni fa e ora si inizia a parlarne. E мне очень приятно констатировать тот факт, что сегодня правительство Италии, они должны и они пытаются работать и влиять на общественное мнение в Италии, которое на сегодняшний день до конца еще не повернуто в сторону украинцев, в сторону жертв этой агрессивной преступной войны Путина. Mi fa piacere constatare che il governo italiano fa di tutto per spiegare alla popolazione italiana questa cruda realtà, perché la popolazione purtroppo ancora non è del tutto convinta e ci sono alcuni che guardano anche verso Putin. Возможно, какие-то социальные проблемы, социальные сложности в итальянском обществе, они не должны нам подменить наши общечеловеческие ценности, наши отношения к этим ценностям. Possibili difficoltà socio-economiche in Italia non possono sostituire i valori dell'umanità in questa questione. Если мы сегодня всем миром не остановим Путина и Россию в Украине, если не выведем и не заставим их покинуть эту страну и не привлечем к ответственности тех, кто совершили военные преступления, не будет сладкой, легкой жизни ни у кого на этой земле. Если зло победит, а зло обычно оно направлено против всех, не только конкретно против украинцев или чеченцев. Se noi non riuscissimo ora a fermare Putin, a fermarlo in Ucraina e farlo ritirarsi indietro, non diventerà un paradiso per altri, perché il male non va contro un solo popolo, il male va contro tutti. Ni в коем случае нельзя сегодня заниматься политикой умиротворения. Мы, человечество, уже один раз проходили эти опыты, этот урок они получили перед Второй мировой войной. Non è accettabile ora la politica di finto pacifismo, anche perché il mondo intero ha avuto già esperienza di questo pacifismo prima della Seconda Guerra Mondiale. Более современный урок – это Чечения. 25 лет назад, когда Россия начала агрессивную войну против Чечении, если бы тогда остановили бы Путина, извлекли бы урок из того, что произошло в Чечне, сегодня не было бы ни Украины, ни Грузии, ни Сирии. Все эти конфликты являются следствием того, что мир и западный мир, и человечество отнеслись с равнодушием к чеченской трагедии.
чеченский народ принесли в жертву с политической целесообразности в тот период. И сегодня мы имеем то, что мы имеем. È un esempio più fresco è la Cecenia, perché se Putin fosse fermato durante la sua aggressione contro il popolo ceceno, non sarebbe successo quello che era successo in Georgia, in Ucraina, in Siria, perché il popolo ceceno è stato dato, lasciato per indifferenza di tutto il mondo a Putin. Там, где совершаются преступления против человечности, нет места никакой политической целесообразности, никакому политическому прагматизму, ибо мы сами себя обрекаем на катастрофу. Dove ci sono crimini contro l'umanità, non può essere, non c'è posto per un pragmatismo politico, perché se no noi tutti ci condanniamo a una catastrofe. Уступая агрессору, отступая от своих принципов, мы только усиливаем позиции тех, кто совершает преступление. Lasciando fare a un aggressore e ritirandosi dai propri principi, noi solo rafforziamo chi fa i crimini di guerra. И мы должны извлекать уроки из прошлого, из истории Второй мировой войны, из истории, когда была совершена агрессия против Чечни и убито более 300 000 мирных граждан. Это по оценкам самих российских чиновников. Из них более 40 000 это дети до возраста до 12 лет. 300 000. Из них 40 000 это дети. E dobbiamo prendere anche, diciamo, esempi dalla storia, sia dalla Seconda Guerra Mondiale che dalla guerra in Cecenia, quando secondo la stessa statistica russa sono stati uccisi 300 000 persone, di cui 40 000 minorenni. E oggi la Radicale Partia снова заявила о своей позиции, проводя эти мероприятия, посвященные 20-й годовщине Римскому статуту. E ora i radicali italiani di nuovo dichiarano la loro posizione, appunto facendo questi eventi dedicati al 20° anniversario del Statuto di Roma. Это происходит на фоне того, что сегодня парламентская ассамблея, Европейский союз и G7 и другие международные институты заявляют о необходимости учреждения военного трибунала за преступления Украине. Tutto questo succede sullo sfondo quando G7, Assemblea parlamentare dell'Europa e altre strutture mondiali parlano della necessità di istruire un tribunale speciale per processare per crimini che stanno compiendo i russi ora in Ucraina. И это нам поможет привлечь преступников к ответственности. Не только тех, которые совершают, не только за те преступления, которые совершают в Украине, но и за преступления, совершенные в Чечне, в Ингушетии, в Грузии, в Азербайджане, в Украине. Потому что фигуранты этого криминального кейса одни и те же во главе с Путиным. И их нужно привлечь к ответственности за все злодеяния, которые они совершили, чтобы было неповадно другим. E questo ci permetterebbe di accusare e di condannare, di processare tutti coloro che non solo stanno compiendo ora questi crimini in Ucraina, ma anche quelli che hanno fatto i crimini in Cecenia, in Ingushetia, in Georgia, in Azerbaijan, in Siria e in altri paesi, perché loro sempre gli stessi. A capo c'hanno Putin, il mandante. И поэтому сегодня мы не должны ограничиваться словами осуждения или озабоченности ситуации. Мы должны конкретно действовать. А конкретно действовать могут только правительства наших стран, европейских стран, ваших стран. И вы должны принуждать этих политиков делать все, что от них зависит, чтобы защитить сегодня население Украины и призвать ответственности преступников.
Per questo motivo non bastano le condanne formali o le preoccupazioni, perché ci vogliono le azioni concrete, e le azioni concrete vengono svolte dai governi, e la popolazione, cioè il popolo, deve stimolare il governo per fare queste azioni concrete. Я на этом закончу свое выступление, хотя можно было на эту тему говорить часами, но я закончу, если будут вопросы, я рад буду ответить на эти вопросы. Ora mi fermo, anche se posso parlare molto lungo, se ci sono domande sono pronto a rispondere.